Всем доброго времени суток. Подъехали оставшиеся комплектующие из первой части этого выпуска, и поэтому сборку надо завершить. Первую часть можете посмотреть в конечной заставке. Там я показал и рассказал, что и за сколько покупал и какие были планы. В общем, ссылки на железо оставлю в описании, а сейчас приступлю к сборке и тестам в играх. Итак, корпус, как уже говорил в первой части, я заказал. И он от фирмы Accord, форм-фактора MIDI Tower и, к сожалению, верхним расположением блока питания. Вид довольно нескудный, есть полоса с подсветкой, как у Mayweather Cool Thailand. Также есть возможность установить 3 вентилятора по 120 мм. Как уже говорил, есть у меня феном, его и накину в систему, хотя я не помню его модели, но во всяком случае он будет лучше от лона, что стоял тут. Охлад останется тот же, оперативки тоже пока эти же побудут, так как корпус приехал быстрее остальных комплектующих, и пусть все будет в корпусе. Блок питания тоже останется купленный с этим железом, а сейчас пойдут комплектующие, которые приобрел намного позднее, но для вас это всего лишь мгновение. А купил я только видеокарту ATI Radeon HD 5750 в исполнении Sapphire на GDDR5 памятью в 1 ГБ на 128-битной шине и с дополнительным питанием в 6 пин. Дополнительное питание уже говорит о том, что поиграть можно будет, в силу ее возможностей. Протестировать я успел в 4 играх. Процессор у меня оказался очень даже хороший, а именно AMD Phenom 2 X4-955 на 3,2 ГГц. Прогоню в синтетике и посмотрим, что и как. В общем, получилось так, что обратился ко мне человек, у которого испортился компьютер. После тестов выяснилось, что вышла из строя материнская плата. Я ему сказал причину и также показал этот компьютер. Ну, мы и договорились, что его комп останется мне, а свой я ему продаю за 8000 рублей. Естественно, установка системы и перенос его данных я взял на себя, ну и жесткий диск его я установил вторым. А что я получил с его стороны, узнаете в следующем выпуске. Также я приобрел еще один комп, и там была интересная история. А теперь давайте посмотрим, на что способно это железо в синтетике, а затем в 4 играх, которые я успел протестировать. Ну пусть первый тест прогонка процессора, а он, я напоминаю, AMD Phenom 2 X4-955, синтетика в Cinebench R15 и результат 328 кубит. Конечно, это не топ, да, в принципе, это слабо и все же еще не дно. А вот что покажет карта в синтетике FarmArc и результат 817 points. Тут изначально я и не думал на какой-то иной результат рассчитывать, так что это норм. Тут я уже был готов. А теперь игры. Игра первая, которая сможет довольно неплохо так загрузить карту и процессор. Crysis 3. Разрешение Full HD. Настройки на средних. The
persons who have recently died have been returning to life and seeking human victims. Ну и число кадров не превышает и 32, минимальный же в 17, в основном в районе 30, при этом карта греется до 75 градусов, процессор до 57 градусов. Ладно, следующая игра World of Tanks, настройки на средне-высоких, разрешение Full HD, тут карта должна быть лучше. FPS держится в районе 40, просаживается до 27, проскакивает микрофризы, и если настройки снизить, думаю, поиграть можно будет. Ну и предпоследняя игра CSGO. Настройки автоматически встали на высокие, разрешение Full HD, и я-то знал, что будет, и решил вам тоже показать. Естественно, играть невозможно, разброс слишком большой и фризы в нагруженных сценах, именно там, где они не нужны. Снизил настройки на минимальные, вот теперь уже намного лучше, 50, 60, 70 кадров, и без фризов карта все-таки смогла. Вот теперь последняя игра, Warface, разрешение все так же Full HD, настройки графики на низких, и посмотрим, что покажет система в этой игре. Yeah. I take a cold hard look at the world now. Hold my hand, yeah, got a plan now. I'ma help be the change cause I can now. Here I stand now, take my hand now. No pain, no gain, no shame. Work hard, play hard, okay. I think I get it now, don't wanna let him down. I'ma take the crown and speak my mind out loud. Here I go, proud of my notes. Teach him what I wrote, teach him all the hope. Keep him on the road to the dream. All I need is a team. И самый лучший результат тут 90-110 кадров, фризов никаких нет, просадок сильных нет, играть комфортно, все отлично в общем. Ну вот и все, у железа потенциал есть, карта слабовата, в идеале сюда бы гигов так на 8 оперативки и GTX 750 Ti, было бы просто шикарно. Ну должен заметить, и так неплохо, поиграть на минимальных можно, а карта за 500 рублей стоит своих денег. В целом сборка обошлась 4000 рублей, получил 8 и железо. Не забудьте подписаться на канал, это для меня важно, поставить лайк или дизлайк, также важно, и нажать на колокольчик, уже по желанию. На этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.